В прямом эфире новости. Вас приветствую я, Екатерина Булучевская. И вот главные темы выпуска. Миссия выполнима. Армения для нашей Омской области является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров. Омская область завоевывает мировой рынок. Расскажем о новых, полезных для региона договоренностях губернатора. Да будет свет! В Береговом установят новые энергосберегающие фонари. Тайны, больше не покрытые мраком. При ремонте в легендарном доме Печокас внезапно обнаружили еще один этаж подземный. Своды, колонны, все остается, как вот было при изначальном построении. Удалось ли строителям докопаться до царского золота, которое, судя по историческим справкам, спрятано в стенах здания? Иммунитет на передовую. Волонтеры снабжают медиков, работающих в красных зонах, полезными продуктами. И карьерный взлет. Еще один ястреб отправится на Олимпиаду в Пекин. Кто он и за сборную какой страны будет играть? В Омскую область с запозданием приходят по-настоящему крещенские морозы. В предстоящие выходные регион ждет серьезное похолодание. По данным Обертышского гидрометцентра, уже этой ночью температура воздуха упадет до минус 25. Возможны туман, изморозь и ветер до 8 метров в секунду, что будет только усугублять ситуацию. Омскую область вновь накрыл циклон, который принес с севера ледяные воздушные массы. По ощущениям, температура будет холоднее, чем по факту, но в воскресенье мороз только окрепнет, особенно ночью. Столбик термометров местами будет показывать до минус 30. Если верить прогнозам синоптиков, достаточно морозная погода продержится всю следующую неделю. Массовая авария в утренний час пик – причина серьезного затора на улице Герцена. По предварительной информации госавтоинспекторов, 58-летний владелец Киа Сид не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и протаранила Тойоту, а после обе легковушки отбросила на проезжающий мимо кроссовер. В массовом ДТП пострадали и владельцы автомобилей. Виновник столкновения, как и водитель Тойоты, госпитализированы. Предварительный диагноз – переломы, ссадины и ушибы. На месте с полицией сейчас работают скорая и спасатели. Что стало причиной аварии, выясняют силовики. А на Красноярском тракте в эти минуты ликвидируют последствия другого массового ДТП и в очередной раз с участием общественного транспорта. На трассе Лихач водитель легковушки также выехал навстречку. По одной из версий, водитель совершал обгон, но не справился с управлением. Итог – лобовое столкновение с автобусом, в который на скорости влетела еще одна иномарка. Та двигалась сзади, и водитель не успел затормозить. Отмечу, что аварии с пассажирским транспортом в Омске происходит уже третий день подряд. На месте происшествия на Красноярском тракте сейчас работают сотрудники ГИБДД. В этом году Омская область посетит бизнес-миссия из Армении. Крупнейшие предприниматели приедут в наш город, чтобы существенно расширить экспорт товаров, сделанных в Сибири, на Кавказ. Перспективы такого сотрудничества обсудил Александр Бурков на встрече с делегацией Гегаркуникской области во главе с ее губернатором Кареном Сарксяном. Глава Омской области отметил успех первой деловой поездки наших бизнесменов в Ереван и Гюмри в ноябре прошлого года. Результатом их стали новые пути для экспорта. 5 омских компаний уже подписали соответствующие контракты. По словам Александра Буркова, правительство региона продолжит поддерживать такое сотрудничество. Если говорить о наших внешнеэкономических успехах, то Армения для нашей Омской области является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров. Прошлый год, если брать статистику, Анна Валерьевна, за 9 месяцев у нас только есть, да, более 1,5 миллиона долларов внешнеторговый оборот. В основном, конечно, это экспорт со стороны Омской области. На встрече обсудили сотрудничество в агропромышленном комплексе. Наш регион готов поставлять спецтехнику и комплектующие местного производства для армянских сельхозпроизводителей. В рамках предстоящего визита в Прииртышье бизнес-миссия из Армении посетит Омский экспериментальный завод и встретится со специалистами аграрного научного центра. Также Александр Бурков заявил о готовности вузов региона принять еще больше иностранных студентов на обучение как в очном, так и в дистанционном формате. Омским государственным университетом уже заключены соглашение о сотрудничестве с высшими учебными заведениями Еревана. Всем выйти из сумрака. В поселке Береговой начинается подготовка к строительству новой линии наружного освещения. Сегодня в мэрии сообщили, что масштабный проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Новая линия в отдаленном микрорайоне Омска будет общей протяженностью более 8 километров. Для этого потребуется установить свыше 220 опор освещения. Новую линию в Береговом планируется полностью построить в этом году. Финансирование работ предусмотрено адресной инвестиционной программой. Приступили к ремонту подвала, обнаружили целый этаж. В Омске продолжается реставрация памятника архитектуры, известного как Дом Печокоса. Здание называют по фамилии владельца. И, как уверены омские историки, именно здесь может быть спрятан клад фамильной драгоценности дома Романовых. Какие еще тайны скрывает Дом Печокоса, расскажет Наталья Бельская. В подвале дома Печокаса еще полгода назад можно было снимать мистический триллер. Обветшалые стены, затопленные грунтовыми водами проходы, заваленные мусором комнаты. Чтобы навести здесь порядок, потребовалось немало сил. Строители укрепили фундамент, постаравшись сохранить исторический облик подземных помещений. Если мы видим своды, колонны, все остается, как вот было при изначально построении. По современным нормам тяжело использовать данные помещения под что-либо, те же самые склады и все остальное. Поэтому здесь только можно проводить экскурсии, наверное. После ремонта подвал стал цокольным этажом, в котором были предусмотрены даже окна. Хозяин, сибирский предприниматель Александр Печокас, использовал его как склад. С Кузбасса он поставлял уголь в Омск для железной дороги и отправлял на север по реке. В этом ему помогал брат Константин из Тобольска. Бизнес был прибыльным, и в 1911 году Печокас на пересечении улиц Тобольской и Надеждинской возвел угловой особняк. Замечательный проект в стиле модерн, эффектное здание с огромным количеством деталей. И замечательным элементом этого здания является керамическое панно, на котором изображены грузовые баржи на реке, видимо, пристающие или отплывающие от пристани с грузом, что как бы намекало на одно из хозяйственных занятий семьи Печокас, владельцев парохода и грузовых транспортов, водного грузового транспорта. Подобные подвалы у исторических зданий не редкость. В 1914-м на базарной площади Омска построили торговый корпус. Сейчас в нем находится музей имени Врубеля. Все здание по периметру опоясывает подземная галерея, напоминающая улицу. По ней передвигались телеги с лошадьми, подвозили товары. Подземелье освещало солнце через решетки со вставленными стеклянными призмами. Форма призмы люксфер позволяет, ну, может быть, максимально эффективно направить лучи естественного света в нижнюю часть здания. Такая технология была принята в мировой архитектурной практике, да, и пришла эта идея вообще-то из Америки, прежде всего. И в настоящее время в Соединенных Штатах существует контора, фирма, которая занималась в те времена выпуском люксфер и до сих пор выпускает эти призмы люксфер. Мировым тенденциям следовал и Печокас. Окна предприниматель украсил витражами. По вечерам, благодаря внутреннему освещению, дом сиял, словно в огнях иллюминации. Впрочем, внимание к зданию привлекала не только необычная архитектура. По одной из версий, Константин Печокас смог спрятать здесь клад фамильные драгоценности Романовых. Его следственное дело в архивах изучал историк-краевед Алексей Сорокин. Константин Иванович Печокас, судя по всему, себя оговорил. В общем, он потребовал везти его в Омск, что якобы он знает, где эти драгоценности. Они пришли сюда, в этот дом, с сотрудниками НКВД, ходили по нему вверх-вниз, вверх-вниз. Он говорит, ой, здесь, ой, нет, не здесь, это так оно описано там. А может быть, здесь. Поднялись на чердак. Подвал вот нам, к сожалению, в 2001 году не пришло в голову обследовать. И вдруг внезапно Печокас взял и выпрыгнул в окно. При ремонте подвала клада Романовых строители не обнаружили. Плохо искали, шутит Алексей Сорокин. Он уверен, за каждой легендой или мифом спрятан конкретный исторический факт. Впрочем, ремонт будет продолжаться. Следующим этапом строители обновят фасад здания, а после приступят к внутренней отделке. Наталья Бельская, Сергей Гаев, 12 канал. Добро за добро. Волонтеры в очередной раз поддержат продуктами омских медиков, которые рискуют своими жизнями в красных зонах и месяцами не видят родных. Сегодня акция щедрости пройдет в горбольнице номер 17. Врачам вручат наборы с базовым провиантом и сладостями. Подробные сюрпризы добровольцы устраивают медикам регулярно. Таким образом говорят спасибо за труд докторов. Отмечу, что в разгар пандемии в прошлом году сотрудников больниц снабжали не только сухпайками, но и полноценными горячими обедами. Из 21 века в 18-й совершить такое путешествие без машины времени омичи смогут в августе. В честь 350-летия Петра I в Омске проведут военно-исторический фестиваль. Масштабное событие организуют в праздновании Дня города 6-7 августа в Омской крепости. Это будет не просто музей под открытым небом. Гости фестиваля увидят масштабную военно-историческую постановку с участием реконструкторов. Для этого приглашен профессиональный режиссер. Готовятся гражданские армейские костюмы Российской империи тех времен. В рамках проекта 120 добровольцев даже обучатся фехтованию и стрельбе из традиционного лука. Отмечу, на все это организаторам выделили более миллиона рублей от фонда президентских грантов. Ястребы продолжают пополнять национальные команды для участия в Олимпиаде. Сборная Финляндии назвала имена 25 хоккеистов, которые отправятся на игры в Пекин. В их число попал и защитник «Авангарда» Вилле Покка. На протяжении всей карьеры в КХЛ он является одним из лучших игроков оборонительного плана в лиге. На счету финна 579 блокированных бросков в 242 матчах за «Авангард» и 64 набранных очка. Отмечу, что вопреки мнению экспертов, еще один финский игрок «Ястребов» Оливер Каски оказался вне заявки, хотя защитник идет вторым в списке бомбардиров с 33 набранными очками. Таким образом, на Олимпиаде точно сыграют трое ястребов – Шимон Грубец, Вилле Покка и Петр Цегларик. Попадут ли Кирилл Семенов, Дамир Шарибзянов, Арсений Грицюк и Семен Чистяков на главные старты четырехлетия, станет ясно, когда ФХР объявит окончательный состав сборной России. Произойдет это 23 января. И еще о спорте. Дайджест Алексея Дариева. Омские атлеты в Челябинске выиграли бронзу третьего этапа Кубка России по конькобежному спорту. Участниками командных гонок на 8 кругов во дворце «Уральская молния» стали около 200 сильнейших спортсменов страны. Бронзовыми призерами этих забегов сумели стать омские спортсмены Дмитрий Щербаков, Глеб Варламов и Никита Воравкин. А победу в этом виде программы одержали столичные конькобежцы. Сборная Красноярского края поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Подведены итоги многодневной велогонки «Индия Трек». В течение 4 дней участники выявляли сильнейших в различных дисциплинах трековых гонок. В соревнованиях, которые прошли в Омском велотреке, помимо хозяев турнира, приняли участие гонщики из Новосибирской, Тюменской, Свердловской областей и Республики Крым. Омские гонщики показали следующие результаты. Среди мужчин победителем стал Евгений Калмыков. На втором месте Станислав Стариков, на третьем Артем Шестаков. Среди женщин победила Мария Иванцова, серебро завоевала еще одна наша землячка Алла Кананчук. Также прошли заезды в разделе «Старт-профи». Здесь на пьедестал поднимались в основном тюменские спортсмены. Лишь среди юношей 8 лет золотую медаль завоевал Амич Данил Мурашко. Хоккеисты Омского района по итогам 4-го тура квалификационных соревнований обошли торчан в рамках отбора на праздник Севера 2022. В столице предстоящей областной спартакиады, Горьковском, сыграли команды «Соболь», «Таврия», «Север» и «Колос». А в столице королевы спорта 2021, Знаменском, матчи проводили «Сибиряк», «Форпост», «Иртыш» и «Сибирь». Хозяева тура не слишком удачно провели домашние игры, одержав лишь 2 победы на 2. А вот Омский район сыграл очень уверенно. В 3 матчах омичи забили 40 голов. Таким образом, они стали первой командой в отборочном турнире, которой удалось достичь отметки в 100 заброшенных шайб. По итогам тура 2 сборные досрочно обеспечили себе участие в финале праздника Севера 2022. Это Омская Сибирь и Тарский Соболь. Алексей Дариев, 12 канал. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру, там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автоцентр «Барс Автоэксперт». Более 200 автомобилей в наличии по сниженным ценам. 2-я кольцевая, 34. Телефон 91 90 91. Сегодня мы поговорим об одном из видов протезирования при полном беззубии, так называемой технологии «все на 4» «All-on-4». Данная технология подразумевает установку 4 имплантантов на одной челюсти пациента в определенных позициях, что позволяет зафиксировать на этих имплантатах несъемно-ортопедическую конструкцию. Большим преимуществом данной технологии является возможность зафиксировать у пациента несъемный временный протез в день операции. Семейная стоматология 450605. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды этого полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке омичам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. Лучшие пчеловоды страны привезли в наш город десятки видов вкусного и полезного лакомства. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Помимо уже полюбившихся омичам традиционных сортов липовый, цветочный и разнотравья, покупателям предлагают и мед с добавлением натуральных фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке множество видов целебного меда с добавлением пчелопродуктов. На ярмарке представлен большой ассортимент меда свежего и, конечно же, пчелопродукция. Из новинок хотелось бы рассказать и о восковой моле. Это самый лучший мед против бронхолегочных заболеваний, особенно сейчас в такие непростые времена. Это лучше всего поддерживает организм, иммунитет. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство омичи могут сразу на 3 площадках. Выставка продажи меда проводится с 20 по 25 января в торговом доме «Корона», остановка ДК имени Баранова, в экспоцентре, остановка «Континент», а также в ДК имени Малунцева. Спонсор прогноза погоды ИП Ефременко Роман Андреевич, Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Сегодня, 21 января, в Омске переменная облачность. Температура воздуха днем минус 15, минус 17. В районах облачно, небольшой снег. Дневная температура 17-18 градусов мороза. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Распродажа меда с 14 января по 13 февраля. Большой ассортимент натурального меда с пергой и восковой молью, цветочный, маточное молочко. Акции: при покупке 1 килограмма меда, 2 килограмм цветочного меда в подарок. ТД «Корона», остановка ДК Баранова, Экспофорум, остановка ТРЦ «Континент» и ДК Малунцева. Пока это все новости. О развитии событий расскажем в 14 часов. До встречи.